Всем здорово, дорогие друзья, на связи, как всегда, Мирон. 30 миллионов рублей у нас сегодня, заходим на контейнеры. Ну а также сразу же объявляю предыдущего победителя с предыдущего ролика на целую 1000 рублей доната. И в этом ролике я делаю для вас точно такой же розыгрыш. И для участия вам нужно подписаться на меня, поставить свой косик и написать свой комментарий. Ляк или сит, вы на него просто посмотрите. Просто посмотрите, Сега Мар, ну что делает, просто... Люто дрифтит, лютый дрифтер. Это просто жестко. Итак, контейнеры уже начались, и погнали их открывать. Надеюсь, сегодня мы хотя бы что-то заберем нормальненькое, жестко, так скажем, заработаем денег, выбьем что-то очень-очень крутое. Например, какой-нибудь Майбах можно мне, или Роллс-Ройсик. Ну, можно так, знаете, на ход ноги чисто, ничего такого не говорю. Ну, так, хотя бы ГАЗ-69, ребята. Хотя бы ГАЗ-69, я надеюсь, уже будет зашибись. Вот, обязательно должны выбить сегодня данное транспортное средство, потому что оно необходимо. Так, кстати, прикольная тачка сделана, реально. Балдеж, балдини. Так, здесь что у нас? Ничего такого. Там тоже ничего такого. Вот тут сейчас что-то вижу. Быстрее, ребята. Просто кликаем кнопка. Ой, давай сюда. Ой-ой-ой, словил, ребята. Тайминг. Так, ладно. Опа, let's go. Старик. Какой старик? Сам старик. Не надо обзываться. Я еще молодой. Ой-ой-ой, сейчас мы тебя перебьем. Вот так вот по-любому перебьем. Ладно, не буду перебивать, я не такой. Я не буду такого делать, я таким не занимаюсь. Тут у нас, как всегда, шляпа выпадает, которая нифига никому вообще не нужна, если честно. Я не буду перебивать. Опа. Ну, раз тут перебили и мне дали добро на биф, тогда базару ниту. Перебиваем, естественно. Темка Маджор. 10. 100 тысяч. Поняли? По минималочке буду бить. Ну, там уже, если перебит, пофиг, пусть забирает. Не, оно и не надо, знаете ли. Я гордый, не буду бороться за контейнер. Вот, не дают мне его, значит и не нужен он, понимаете, в этой жизни. Значит, надо идти дальше, идти к другому контейнеру и открывать его. Чикс. Ой-ой-ой, как хорошо выпало-то, ребят, как я обожаю контейнеры, как я обожаю. Окей. Опа, тише. Давай, спидран, быстрее. Ай, ладно. Сколько он тут поставил? А, по минималочке. Ну тогда по минималочке-то и я тоже буду бить, блин. Я-то думал, тут какую-то ставочку посерьезнее поставили. А тут вообще неинтересно на самом деле. На самом деле вообще, not interesting. Так, там что, ничего? Тут что, ничего? Окей. Вот, Артём реально выдал базу. Артём реально сейчас выдал базу. Давай тогда вот так будем. 10,6. Вот так вот. Ну, за 11 миллионов-то пусть забирает, конечно, но не больше, явно. Окей, ты реально Сигма, бро. Ты победил эту схватку за контейнер. 11 миллионов, это очень круто. Окей. Ну, пусть забирает. Мне вообще не жалко. Пусть забирает. Вот. Не, ну я не знаю. Ладно, пусть забирает. Голос как у деда старого. Чего? Какой дед? Вы о чем базарите, братва? Вообще не понимаю. Нет, это неправда. Так, идем сюда. Ой-ой-ой. Ну, малой, отдай уже. Спасибо. Ну, ребят, дайте один открою, чисто один на ход ноги, потом перебивайте меня сколько хотите. Вот сейчас только заберу, потом сколько угодно, реально. Просто хочется реально хотя бы один забрать. Азамат. Ну, Азамат не Сигма, сразу об этом вам говорю, ребята. Азамат не Сигма. 9,8. То, окей. Азамат, ты реально не Сигма, понимаешь? Ты не Сигма. Вот так вот. Если перебьет, конечно, пусть это его дело. Пусть не ставит овер на контейнер. Мне вообще не жалко, если честно.
Вот так вот, бам. Поставили быстренько. Да пусть забирают за овер. Мне-то чё? Мне-то только лучше, я меньше бабок солью. На самом-то деле. Вот так и вот у нас контейнеры, братва. Чё, мне вообще не жалко, ребят. Сколько хотите забирать за 11 миллионов? Я выше десятки как будто вообще не хочу забирать. Мне интересно. Опа. Тише. Идем дальше. Ну чё, ну 8235 за 11 миллионов контейнер открыл. Вот так вот, ребята, перебивайте. 2,7, жесть. Вот, мне даже с одеждой не везет. Сейчас нет смысла за такой дикий овер открывать. Как будто вообще резона нету на самом-то деле. А, у меня перебили контейнер одежды, окей. На этом все, можно заканчивать разговор. Людям вообще все равно на бабки, они супер-пупер миллиардеры. Вот, я не буду перебивать, потому что я Сигма, и я не перебиваю людей просто так, понимаете? Я перебиваю только тех, кто перебивает меня. Остальных я трогать не собираюсь, понятно? Вот так. Вот, красавчик забрал за 9,1 и слил всего лишь 100 тысяч. А могли, как всегда, сейчас перебиваться, поставить 11 миллионов, слить 2 миллиона. Чуете разницу, братва? Чуете? А, ну а за матик-то у нас, конечно же, не открой. Я вот так вот поставлю. А вот если бы он меня не перебивал, он бы сейчас забрал контейнер. Видите, ребят, бумеранг, эффект бумеранга называется. Называется эффект бумеранга. Так, идем дальше. А, здесь у нас тут еще какие-то контейнеры. Блин, такое прекрасное настроение на самом деле. Хочется как будто бы хочется нормально сейчас что-то выбить уже наконец, чтобы настроение стало еще лучше. Давно ничего не падало нормального. Вот прям реально не падало ничего хорошего. Очень давно уже. Ой-ой-ой, хорошо. Ну, такое, типа, слив имеется, но хотя бы уже хоть как-то. Смотри, бам, паркурщик. Паркурщик. Зачем я сюда вообще залез, непонятно. А, я умер, серьезно? Итак, ребята, здравствуйте, я снова с вами. Я вернулся на контейнер. Не, ну это жестко, конечно, было. Такой просто фейл, это люто. Давайте, ребята, похихикайте в чатике надо мной из-за этого. В комментарии напишите. Ва, Мирон Лошара, вот так вот, давайте. Давайте, ребят. Я же знаю, вы сделаете так, хейтеры. Хейтеры по-любому напишут. Хейтеры-то больше, блин, ничего не могут, блин. Так, здесь 930 тысяч. Ух ты, сейчас бы поставил 9,3 миллиона. Вот это было бы знатно, ребята. Купился бы, как думаете, нет? Бери. Нет, бери, это мне пишут, если что. Бери, это мне пишут. Я не успел поставить. Ну, пипец. Паша, Космик. Ну, это не... Ты вот... Вот кто перебивает, тот не Сигма. Еще и на 10 тысяч всего лишь перебил, прикинь. Всего лишь на 10 тысяч. Ну это... Вообще нет слов, одни эмоции, ребята. Одни эмоции, ничего больше вот нечего даже сказать. Да блин, я открою сегодня хотя бы что-то. Один дубайчик дайте мне сегодня нормальный. А, еще и толкаемся, да? Еще и толкаем братву на произвол судьбы, да? Это что? Это что такое? Осуждаю, иди сюда. Сейчас... Я забанить, конечно, жалко не могу за такие высказывания, но оск я могу дать. Это, блин, по-любому. Бам. Ну, иначе как вообще? Это что такие за дела-то вообще? Офигел совсем. О, хорошо выпало. Ой-ой-ой-ой-ой, пошел окуп, ребята. Да, блин, что толкаемся? Так, здесь что? Здесь у нас ничего. Там у нас тоже ничего. Тут у нас тоже ничего. А чего будет-то вообще, ребята? Здесь у нас что? 2 миллиона. Так, ребята, где контейнеры? Это все нормальные. Я что-то вообще не в курсе, если честно. Будто хочется уже это... Ну, нормальный контейнерочек какой-нибудь. Ладно, угол откроем под 2 миллиона, которые... Блин, еще и конты закончились, и дубайчик я так и не словил. И больше и некого даже... Есть кого перебить, ребята. Есть. Дай позже, малой. Дай позже. О, мне разрешили. Спасибо, малой, братишка.
Так, ну блин, ну меня тут по-любому сейчас перебьют. То есть как будто железобетонно. Пожалуйста, можно без бива? Умоляю. 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 Можно руку. Я сделал все, что угодно, только не бейте мой контейнер. О, я еще и заработал денег на этом, братва. Я заработал денег. Отлично. 8 секунд. Пожалуйста, не бейте. Пожалуйста, не бейте. Ой, случайно. Так, давай. Давай. Открывайся. 1 секунда. Все, найс. Мое, 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 мое. Окей, я понял. Range Rover у нас, конечно, круто. Ну, вот так вот, ребят. Вот так вот, ребята, получается. Минус 5 миллиончиков. Любимые мои контейнеры. Обожаю.